Всем привет, с вами программа «Ревью», и мы начинаем. Стив Аоки дал старт большому евротуру в Алматы. Один из самых топовых диджеев зажег на Медео. Как это было, смотрите инсайт Виолетты Тельмановой. Ну что ж, друзья, мы целый месяц вас зазывали на этот опен-эйр. Думаю, вы заслуживаете узнать, как все прошло. На протяжении 6 часов Медео качала нон-стопом. Российский EDM-дуэт Going Deeper представили свежайший сет. Более того, парни презентовали совместную работу с казахстанцем. Новый трек с одним талантливым продюсером, молодым, из Алматы, из Казахстана. Его зовут Дориус. Нам просто присылают много демо, мы отслушиваем их и... Появилась такая идея, почему бы не помочь парню доделать трек и выпустить на нашем лейбле. Swanky Tunes тоже дали жару. Для справки, это один из самых успешных электронных проектов России. Трио делали коллабы с Тиесто, Far East Movement и так далее. Оказалось, есть кое-что общее с Медео. Мой папа принимал участие в строительстве Медео, потому что мой папа прожил всю жизнь в Алматы. Я в 14 лет здесь был и первый раз прошел вот эти 800 ступенек туда наверх. Тем временем публика умирала от ожидания главного хедлайнера Стива Аоки и морально готовилась к тому, чтобы получить тортом в лицо, ведь это фишка диджея. У Стива Аоки оказывается целая команда экспертов-кондитеров, которые выпускают торты для его опен-эйров. Стоп! Хотите получить тортом в лицо от Стива Аоки? Конечно! Я этого и жду! Ждали многие. Об этом кричали плакаты и «Cake Me». Это был бы лучший подарок на мой день рождения. В общем, Аоки, выйдя на сцену, как и обещал, своим саундом едва не сдвинул горы. К слову, именно с Алматы американский диджей решил начать большой летний евротур, в который вошло около 50 городов. Стив представил парочку новых треков, но и про самый топ не забыл. А ближе к финалу традиционная «Кекер Фейс». Завершил перформанс Аоки массовым фото. Кстати, это дело он любит. В инстаграме Стива появилось несколько снимков на фоне алматинских достопримечательностей.